Председатель дома номер 3 поселка Новодрожино Елена Степанова – постоянный участник форума управдома. На каждом собрании ей удается разобраться во многих проблемных темах, которые волнуют жильцов. На очередную встречу Елена приехала уточнить сроки ремонта фасада, восстановление зеленой зоны во дворе и другие вопросы. Новая программа у нас с фондом капитального ремонта – это колясочные. Мой дом проголосовал за этот вид работы в моем доме. Мне хотелось бы узнать, когда будет разыгрываться тендер, ну и когда будут проведены работы в моем доме. Основные темы, которые обсуждаются в ходе форума, обязательно обговариваются с жителями и старшими по домам. Мы заранее в чаты пишем, в то же самое у нас есть чат ассоциации, спрашиваем, какие вопросы на данный момент вот злободенны, кого что больше всего интересует, и потом выбираем основные вопросы. На собрании рассмотрели вопрос перерасчета платежей за вывоз мусора за период временного отсутствия проживающих. Постановление о том, что можно будет делать перерасчет при отсутствии более 5 дней. Вот это очень многих жителей интересует. Мы хотим задать вопрос, узнать как. Потому что в квартире может проживать 5 человек. Если один отсутствует, нам интересно, как этот перерасчет будет осуществляться. Либо это только одиноко проживающие смогут, да, потому что даже с квадратных метров. Но один человек уехал, понятно, а остальные-то на месте. Справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огородничества, некоммерческого товарищества. Ну, соответственно, иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия. Потребителя уже может получить. Еще одной темой форума стал месячник благоустройства, который стартует в муниципалитете с 1 апреля. В мероприятиях по приведению в порядок общественных территорий примут участие около 1000 человек и 250 единиц специальной техники. Центральными площадками станут городские парки, скверы, общественные пространства, места памяти, объекты инженерной инфраструктуры. Запланировано проведение 5 субботников. В первую очередь будет организован вывоз кучи мусора, образовавшегося после схода снежных навалов. Задавала на совещании вопрос: смет, опиловка, куда это будет все сгружаться и кто за это будет отвечать? На каждой точке проведения субботников будут организованы места, где вы сможете складировать мусор, собранный в ходе субботника, после чего его оттуда заберут. Все вопросы жителей, которые не вошли в повестку форума, но являются острыми и актуальными, были внесены в протокол и будут рассмотрены в рабочем порядке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.